Беременность 49-летней Валерии удивила всех. Интернет заполнили слухи о том, что 49-летняя Валерия ждет 4-го ребенка. Такие домыслы поклонники сделали после того, как певица стала реже давать концерты, а в одном из интервью заявила, что хотела бы подарить Иосифу Пригожину малыша. Дело в том, что несмотря на крепкий брак еще с 2004 года, у пары общих наследников нет. Все трое детей Валерии от второго супруга, продюсера Александра Шульгина. На днях журналисты якобы заметили Валерию и Иосифа у входа в одну из московских клиник, где певица предположительно стала на учет. Также об интересном положении может говорить довольно просторная одежда, которую в последнее время носит певица. Хотя сама Валерия и ее супруг эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Зато подписчики Инстаграма почти в каждом посте спрашивают о возможном пополнении в семье.